Всем привет, ребятки, мы сегодня играем в Stick Fight The Game вместе с Ромой. Всем привет. У нас сегодня, значит, самые обычные угарные баталии, сражения, все как обычно. Так, на новых, правда, пользовательских картах из мастерской мы вот всякие сейчас новые карты добавили. 22 новые карты сегодня у нас будут. Ну, я подобавлял, знаете, самые интересные такие, самые популярные. Плюс всякие, помните, лабиринты в предыдущих сериях были у нас дебильные вот те вот, которые нам не нравились. Ах ты ж падла, меня забил. То я такие, короче, не добавлял. О! Помнишь этот уровень с черной дырой? А ну иди сюда. Ой, зря я, по-моему, красавчик, это сделал. Красавчик, как ты выйдешь теперь? Ай, блин, я умер. Нормально, нормально, все. На этот уровень мы вам уже показывали, а вот это уже все, пошли новые. 21 уровень. Или 22. Ах ты ж. Хрена себе, сколько там я тебе хп поставил. Точнее нам. Да капец. Ой, блин, я улетел тоже, блин. Я не заметил, что я сквозь ящик протиснулся. Ой, а как отсюда выбраться? Ой, это вот так вот. Ага, и хрен тут. У меня вообще не... Мне тоже сломай. А, не, подожди, вот можно, можно протиснуться. Сломай мне ящик. Подожди, вот столкни, потом повоюем. А то я даже вылезти не могу. Да ну... Да. О, спасибо. Да ну ёп! Ладно, ладно. Да... А-а-а. Тактик. Что это? Ни хрена себе. О, липучки. Ну ты меня тоже прилепил. Да как? Ай, штырь был, я его не заметил. Да что? Так. Блин, не отрикошетил. Да ну ты мне надоел, да капец. Я очень давно уже не играл, я реально подзабыл. Я всегда умею в эту игру играть. Я нет. Да у тебя 100 оружия. А это что? О, пистолет. Ох это ты ж! Дигл. Ни хрена себе дигл, только с него еще хрен попадешь. Почему? Я с него и стреляю. Спидран какой-то. О. А, чё к тебе пистолет? А чё бы не ко мне? О! О, дигл! О, ништяк. На! С него тяжело стрелять. Вот эту штуку обожаю. Капец, какое долгое название, длинное. Да ну снова к тебе оружие, чё за фигня? А ну пошел нафиг. Тяжело целиться. Ох ты ж! Да чё за... Есть! Чё? Я такого не ожидал. О! Ай, блин, там штырь, я его не заметил. Штыри вот эти дурацкие все время добавляют, нафига. И оружие где? Как ты запутать? Оно отстанет меня. Блин. А ну пошел нафиг. Да хватит меня бить! Чего? Это что такое было? Тебя раз это расхреначил. О, что это за оружие такие? Ой, блин! Да это очень имбовое. Блин, оружие! У тебя маленькая часть застревает, так продамаживает. Да, я заметил. А если ты весь там застрянешь, то...
Да! Как? Как? Ты умер? Я выжил. И хоть я вниз даже упал. Ты это видел? Что? Я под текстуры провалился. Кривой какой-то уровень. О! Крутые карты. Я тебе в голову прям попал. Я тебе в голову попал! И ты выжил. О! О-о-о-о, смотри, смотри, смотри. Дюх! Блин! О, щит! О! Да ну как? А это что такое? Оу! Да! Я сам себя убил! Я просто не помню же здесь какие пушки, у меня оружие вот это топовое. Шипы, ясно. ГГ. Ну это тяжело, тяжело, да. Ну дурацкий уровень. О, липучки, да, это все что ли? Да. О, о! И чё мне делать? Ты уверен, что она мне спасет меня? Ой-ой-ой! Ага, спасет. Есть! Что это за уровень? Так, а куда мне идти? Сюда, что ли? Ну, главное вниз. А, да-да-да, во. Ага, хренушки. Ну давай, может черную дырку взять? Да ну нафиг. Да тут эти ящики. Хрен еще уберешь. О. Теперь их надо сломать. Угу, только как? Ну подожди, что ты меня сразу прилепливаешь? Дай отсюда хотя бы выбраться. Ой. Капец, я жестко туплю, смотри. Просто вот так можно сделать. Смотри. Ты чё сразу меня-то? А ты меня прилепил, нахрена вот. Ай, липучки. О! Кстати, спасибо то, что прилепил. Я теперь не улетаю хотя бы. Ну и чё мне делать? О, я могу, да, кстати, оторваться от них? Да, могу. Да, я прилип. Вот это реально прикольный уровень. С липучками. О, все, по второму кругу все обошло. Так, так, так. Надо сюда забраться. А я уже не помню, как сюда прыгать. А, не, вроде залез. Да ты читер. Да ну ёп. Ну естественно, у тебя снайперка. Да. Давайте еще разочек по этому же кругу. Наши уровни, в принципе, прикольные. Так, змей я не буду брать. О, спасибо, кстати. Не за что. Ты меня прилепил. Ой, вот это не надо. Вот это не я! Ой! Смотри, я прилип. Все, у меня страховка. Да отстань, не попадешь. Мне понравилось. О, опять этот дурацкий уровень. Что? Ты упал просто. Там были. О. Ой, пора. О. Сейчас я тебя спалю. У меня коробок нету. Я тебя спалил просто. Яма, смотри. Я опять горю, смотри. Я нет. И у меня ты не горишь. Да а, я победил? Как? Ты вообще что-то понял? Я думал, я умер. Ты по мне попал как раз в это время, как когда ты умер. Да, пошел нафиг. Ага, хренушки. О, у кого-то говно оружие. Какой-то вообще нету оружия. А, уже, да, нету. Что есть?
Ака, ака. Есть. Ну все, я теперь эти уровни знаю, так что я буду получше играть. Пошел нафиг. Ай-ай-ай, больно. По морде тебе надавал. Ай-ай-ай-ай. Да иди ты в сраку, мне прям в задницу попал. Ты видел, ты меня прям пинка дал такого? Но... Так, а где оружие здесь? Сверху, что ли, там? Да. А, да, меня вот кинуло вообще. Ёп! Да иди так меня. Йен! Йен! Йеннифер, блин. Я пока запрыгну. Да нахрена я все оружие выкинул? Чего? Что это за лазер такой? Что? Элитный. Подожди, подожди, подожди. Дай залезу. Давай. Эй, только ты мне сейчас змею свою зашпульнешь? А ну пошел нафиг. Ты видел, как я тебя... О! Ну сейчас я вылезу, подожди. Я не могу с этой фиговиной вылезти, она сильно типа тяжелая, походу. То что тебя анаконда ест, а не могу. Ой-ой-ой-ой-ой! Шо, болеешь? Да, очень. Ты мне телепортироваться что-то начал. Потому что мне лагает. Из-за змей? Ну, нам не нагрузка в что-то большую сильно дает. Есть! Как ты меня еще убиваешь? Не знаю. Капец, смотри, какое название уровня. Это я тоже могу головой по этому рубиться. Подожди. Ага, минус патроны. Мое, мое! Жоу! Сейчас будет, ты молчи, смотри. Ну, спасибо. Да, я же АК взял. Обидно. Так. Чё у нас здесь? А, ну иди сюда. Может... Не-не-не-не. А тут не пройти, тут тоже тупик. Ну, только вон туда, видимо, надо пройти. А как мне тут протиснуться так надо? Мне тут надо как-то... Подожди, нет, не бей. Да ёп... Охрененный уровень просто. Молодец, разработчик. Даун какой-то. Шип взял какой-то, блядь, засунул туда. И как там пролезть в эту дырку? В километре от этот пузырик от меня был. Вот эта музыка прикольная. О, привет. Та ёп. Пока. Я не смог взять что-то змею. О, щит. О, щит. Да чё я-то? Да-да, ну капец! Ну меня эти сраные змеи забили. Свои же, да. Давай не улетай только, давай постреляемся над этих штуках. Ты, бой, все, тебе КГ. Тебе тоже. Да почему ты? А я тебе первым стазисом заслуживаю. Ты это видел? Это было жестко, да? Ой, черную дырку эту взял, иди нафиг. Пока, удачи. Шо, пока? Ой, блин, я упал на шипы, извиняй. Прикольно, прикольно. Черная дыра осталась. У меня нет. У меня осталось. Что? У меня коробок нету. Это баги. У меня просто коробки резко исчезли. Черная дыра осталась потом. У меня нет. Как? Как дать? О, откуда калаш-то из неведомой штуки вывелся? Нет. Не надо. Не надо. Ой. Ой, ГГ. Есть! И ты мне в голову попал, я тебе в голову попал, и потом я тебя зарезал. Маньяк.
Ой, напалм. Ой, напалм это жесткая штука. Ой, мама. Жопа сгорела, да? Нахера упал-то? Поднимайте меня вверх. Да, да ты смысл? Так как ты не умер? Что за игра такая? Так, что это за пистолет, кстати? Подожди, да. Он тоже рикошетный. Вау! Блин! Сам себя что ли снова убил? Да, я не стрелял. Надо было тоже не стрелять. Так, что за дурацкий снова уровень? Что? Я думал, тебе на один удар типа так красиво выйду. Вышел, называется. Ой-ой-ой. Спасибо. Вау-вау-вау. Змеи, ясно, все, я минус. Ты видел, они меня просто сожрали. Чё? Жестяк. Знаешь, что мне с игрой? Экран серый. И что делать? Я могу драться, смотри. Видно? Да. У меня просто экран серый. Ой, я протиснулся. А теперь чё обратно. Что делаю? Бегаешь. Сейчас на тебя ящики навалю. Блин. Что за игра? Серый. Ну ты же играть можешь? Я не вижу ничего. Я не знаю. Ура, что за видит? Уровень? Что? Так я пытаюсь, мне надо еще выбраться. О, выбрался. Наконец-то. Я на тебя ящик опрокинул. Сейчас попытаюсь тебя убить. Там не убегай ты, стой ты от меня убегаешь. О, убил, убил, убил. Что теперь? Нормально? Нет. Серый экран. Ну ладно, давайте тогда заканчивать. О, кстати, все, это был последний уровень. В принципе, это все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, добавляйте Рому в друзья. Все, давайте всем пока-пока. Пока.